это наш любимый Харатс. Подарочки вот такие вот можно купить на Рождество. Может, кому-то это будет полезно. Том Форд наш любимый. А что у нас тут? Hourglass, по-моему. Качество очень хорошее. Я пробовала. Великолепное качество. Елочки розовые. Так, а что здесь? Правда, я нигде не вижу цен. Вот такой вот наборчик, видите, здесь различные крема, наверное, сыворотки для лица. Хороший набор такой для подарка. Тоже. О, а здесь, видите, с палетками набор. Может, цен нет, чтобы посмотреть, сколько стоят наборы эти. Красные помады. Тоже хороший наборчик, здесь парфюм и что там, я так понимаю, что для губ парфюм и что там еще, ну, в общем, почитать вот можно на коробке. Givenchy прекрасный такой столик подарочный. Все розовенькое. Кажется, в прошлом году у них тоже были розовые елочки. Ну, вот как-то так. Это на входе.